Президент США Дональд Трамп провел в субботу телефонные переговоры с лидерами 5 стран – России, Германии, Франции, Японии и Австралии – впервые со времени своего избрания. Во время переговоров Трамп находился в овальном кабинете Белого дома в окружении своих советников. Российско-турецкие отношения, безусловно. Телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным продолжался около 45 минут. Как отметили в Кремле, лидеры в частности высказались за координацию действий двух стран в борьбе с ИГИЛ и другими террористическими группировками в Сирии. После разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абе, который прибудет в Вашингтон с официальным визитом 10 февраля, Дональд Трамп беседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель и принял ее приглашение на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в Гамбурге в июле. В их разговоре обсуждались также отношения с Россией, роль НАТО и ситуация на Ближнем Востоке.